Выборы главы Башкортостана состоятся 8 сентября. Такое решение приняли сегодня депутаты Госсобрания Республики в ходе пленарного заседания. Кандидатов на пост главы региона смогут выдвинуть политические партии. По Конституции Башкортостана руководить регионом может гражданин России, достигший 30-летия и постоянно проживающий в стране. Кандидат не должен иметь иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, который дает право на постоянное проживание за границей. Мы сегодня назначили выборы, проведение выборов главы Республики Башкортостан на 8 сентября текущего года. Соответственно, в соответствии с законодательством, в течение 5 дней данный документ должен быть опубликован в средствах массовой информации. После этого официально вступает в силу и, по сути, начинается избирательная кампания на должность главы Республики Башкортостан. Срок полномочий Радия Хабирова истекает осенью. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в октябре 2018 года. В сентябре 2019 одержал победу в первом туре выборов с результатом 82%. В апреле президент Владимир Путин поддержал желание Хабирова, который решил участвовать в сентябрьских выборах. При этом подчеркнул, что окончательное решение будет за жителями республики.